долгами далеко не уедешь. Налоговики вместе с судебными приставами отправились на поиски машин неплательщиков, чтобы арестовать имущество. Против тех, кто не платит транспортные и земельные налоги, эта мера самая действенная. Если транспорт дорогостоящий, то должники в основном оплачивают данную задолженность добровольно. Вот. Если, допустим, транспорт какого-то среднего класса, то в основном не хотят оплачивать задолженность. Как правило, самые внушительные долги по имущественным налогам у владельцев машин. Поэтому в первую очередь приставы ищут во дворах автонарушителей. Их исполнители имеют право арестовать. По многолетней практике, после таких визитов неплательщики возобновляют обязательные выплаты. Вставлять палки в колеса горожанам инспекторов заставила статистика. Общая сумма задолженности по налогам за транспорт, жилье или землю увеличилась. Сложнее всего, признаются специалисты, застать должников дома. Несмотря на то, что рейд проходил вечером, вручить уведомление удалось лишь каждому третьему.